Всем здравствуйте. Вы только посмотрите, спорят со мной, домой не хотят. Видите, у нас дожди за дождями. Наш курган заливает дожди. Домой. Домой, говорю. Я говорю, домой, а не мимо дома. Домой, мои гусечки-красотулечки. Домой. Домой, все. Все, мы направляемся домой. Мы направляемся. Вот наша улица, дорогие подписчики. Такая вот улица, да, после дождей. В дождливую погоду улица сырая, в солнечную погоду улица сухая. Пошли. Домой. Домой, гусечки. Домой, красотулечки мои, гусечки. Гусечки. Красавицы мои. Домой. Скажите здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы возвращаемся домой. Домой. Да, говорят. Слышите, говорят, да. Да. Видите, они повторяют за мной. Гусечки-красоточки. Да, говорят. Гусечки-красоточки. Да. Мы общаемся. Гусечки-красоточки. Да. Да, вот и смотрите. Видите, как лидер их ведет? Видите, как колонну строит? В один ряд идут. Идут все в один ряд. Тетрай! Поди спишь там? Ну вот, мы почти возле дома. Вот они. Мы почти возле дома моими гусячками. Мои гусечки, вот они. Мы вернулись домой. И вам тоже желаем, дорогие наши подписчики, где бы вы ни были, возле дома, у дома, на работе, в гостях, у родственников, у детей, неважно, чтобы у вас была светло-зеленая дорога, так же, как мы вернулись домой. Вот так. Да. Гусечка мокрая. Вот шадринский гусак, вот он. А рядом девочка гусак, тоже шадринская гусиха, то есть гусишечка. Ну все, дорогие подписчики, мы дома. Я пошла своими делами заниматься, они сейчас до дома далеко ходить не будут. Всем пока. Гусечки, да.